Всем привет, меня зовут Любовь, и сегодня мы вам покажем мебель, которую мы реализовали в рамках одного дизайн-проекта. Мы сейчас находимся в спальной комнате, и мы сюда сделали две прикроватные тумбочки, они подвесные, небольшого размера, один ящик, фурнитура типона, открывание от нажатия. Очень интересная была дизайнерская задумка, это сделать зеркало и тумбочку повесить как бы в разрез зеркалом. Мы это реализовали. Зеркало от пола до потолка, рамка. И на противоположной стене реализовано точно такое же зеркало. Они как бы расположены асимметрично. И здесь мы видим подвесную тумбу под ТВ с радиусным элементом. Фасады также типон, открывание от нажатия. И такой небольшой столик, который как раз также разрезает зеркало. Ванная комната. Здесь потрясающее сочетание темного цвета плитки и дерева. Мы сюда сделали стеновую панель. Это натуральный шпон тика. С этой стороны небольшие полочки. Открытая ниша с подсветкой. Дальше идет подвесная тумба в эмали. Фурнитура также типон. Открывается от нажатия. И в противоположном углу зеркальный шкафчик небольшой. Внутри полочки. И со стороны ванной также небольшие полочки. Открытая ниша с подсветкой. Натуральный шпон тика. Это кабинет, здесь еще не вся мебель поставлена, будет здесь стоять диван, но это не наша часть, мы сейчас расскажем, что мы сделали сюда. Начнем с потолка, это обрамление потолка гнутыми элементами, массив, покрытие Марилка Лав. Точно такие же гнутые элементы у нас в обрамлении ниши. Полка. Еще в уголках небольшие такие элементы с подсветкой, с матовым стеклом, тоже массив. И тумба с полочками и декоративными тросами.